Излучинский кинотеатр получил средства федерального гранта. Соответствующий конкурс проводил фонд кино для населенных пунктов с численностью населения до 500 тысяч человек в рамках нацпроекта «Культура». В число 122 победителей из 53 регионов страны вошел культурно-досуговый комплекс «Орликино» в Излучинске. Грант в 5 миллионов рублей направят на покупку нового современного оборудования, которое позволит показывать киноновинки. Половина из них по условиям предоставления поддержки будут отечественного производства.